Здравствуйте всем в студии Денчик Ньюс. Блять, микрофон мне почините, алё, долбоёбы в студии нахуй. Быстрее, быстрее, у меня начало. Блять! Идиоты ебаные. Так, ладно. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Денчик Ньюс. Сегодня в нашей подборке могу вам рассказать несколько новостей, которые нас всех волнуют и, безусловно, останутся навсегда в нашей памяти. Начнем мы с новости про то... Ну-ка. О! Мэдисон что-то выпукал. Итак, с сентября меняется закон о рекламе на Твиче, который не сотрудничает с властями РФ. Будет возможна только серая оплата рекламы. Хуйня какая-то. Но любой серьезный рекламодатель, любой ответственный менеджер и вменяемый стример откажется от таких схем. Останутся только казики и тому подобные конторы, которые и так всегда платят серую. Так что на Твичах сентября вообще, кроме донатов, ничего не останется в плане заработка. Посмотрим, повлияет ли это на тех, кто продолжает там стримить. Опять выпукал что-то с ненужное мнение Мэдисон, который 25 раз съебался с Твича и потом вернулся. Переходим к следующей новости, дорогие друзья. Я могу сказать, что это полная хуйня, а не новость, блядь, что он там спиздел вообще, да пизды. Итак, новость, которая нас всех больше всех волнует, наверное. Итак, на вчерашнем стриме... Блядь! Музыка заканчивается в... Секунду. На вчерашнем стриме Владимир Братишкин сообщил, что проведет собрание в формате лайва. Что же думает об этом наша студия? Прошу отреагировать как-то звуком. Студия, пожалуйста, хоть какой-то знак. Алло, дебилы, блядь! Нет. Все. Студия отреагировала. Нет. Так вот, Вова на вчерашнем стриме поделился, что проведет собрание сквада в формате лайва, это будет транслировать. Раз-два предложил Вове решить все сначала без лайва, но Братишкин считает, что зрителю будет интересно смотреть, что происходит, а также, что собрание без лайва ни к чему не привели. А так хотя бы, может быть, народ зашевелится, когда еще будут другие люди знать, что есть другие договоренности. Это же прикольно, цитата, поделился Вова. Братишкин также предостерег аудиторию, что никаких конфликтов не будет. Никто этого не может знать точно, блядь, потому что это, вероятнее всего, пиздёж и будет какой-нибудь замес. Блядь. Так вот, что вы можете сказать, как вы можете отреагировать на эту новость студии? Прошу, зал. Зал, какая-то обратная реакция. Какой пиздёж, блядь? Ура! Победа! Причем Дебил тут речь о 89-м скваде! Это не просто так, все, блять! Вы должны понимать своей башкой! Яги! Нет. Арбуз будет тебе пульсом? Ура! Арбуз, блядь! Короче, есть еще новость, блядь! Подождите, блядь! Еще новость! Так, последняя новость, которую я заготовил. Так, надо сейчас, секундочку. Блять. Так. Что в этой новости говорится? Блять. Суперзвезда рэпа Дрейк удивил популярного стримера случайным телефонным звонком во время трансляции. Я этого не делал, это новость фейк. Это новость фейк. Просто видим паблик СМИ, стрим инсайд, и видим, что они нагло пиздят. Такого не было.